В минувшую субботу на пересечении Екатеринбургской улицы Комсомольской с социально близкой ей Первомайской пересеклись пути двух как бы землячек корейских по паспорту, производимых, правда, в самых разных точках планеты. Kia Sportage последнего поколения с 30-летним мужчиной за рулем и тремя девушками-пассажирками в половине 11 вечера держал путь по Комсомольской прямо от Блюхера в сторону Малышева. Со стороны Малышева по Комсомольской навстречу под горочку спускалась Нексия андижанской выделки, а ее рулевой 24-летний Джамал, явно тоже ее земляк, имел намерение свернуть налево на Первомайскую. Проблема случилась классическая. На светофоре уже загорелся желтый, и молодой человек рассудил так, что приближающийся прямоходящий Sportage сейчас остановится под красный, и пропускать его при повороте уже не нужно. Водитель же Kia считал, что желтый дается для того, чтобы закончить маневр не встречному, а ему. Я уже на зеленый, говорит, выехал, он только начал вот третий мигающий, он уже на серединку маневра, оттуда вылетел машина, говорит. Как мне объясняют? Камеру же есть, посмотрит. То есть... Тут надо пояснить, почему за водителя Nexia говорит кто-то другой. Можно предположить, что это его пассажир, но выяснилось, что этот пассажир знакомый. Пострадал уже после удара от уральского мороза и уехал отогреваться после того, как ему на смену прибыл вызванный по телефону родной дядя пилота, который в силу возраста и уральского стажа общается увереннее. Конечно, на красном он видит, что у него не успевает, он должен был остановиться на третьей уже мигающей. Он видит, что все, он не успевает. Не надо ограничения же есть же скорости, да, правильно? Но получается на желтый проскочить. Конечно, даже не на желтый. Получается, он говорит, третий уже маневр желтый, уже зеленый. Говорит, я только начал маневр выезжать, говорит. Он выскочил, говорит, скорость не знаю сколько, говорит. Ну, если такой больше. Удар, если по-любому удар нормальный, да? Минимум 100 с лишним, по-любому, если машина, автомобиль двигался по этой дороге. Еще оказалось, что одна из трех пассажирок Kia уехала на скорой помощи, получив какой-то ушиб. По идее, ее от него должны были бы сберечь подушки безопасности, но почему-то ни одна из них не вспучилась в ответ на такой удар. Видимо, за те две недели, что свежекупленный Sportage ездит за пределами автосалона, они еще как-то не пообтерлись.